Соловьевский зверосовхоз на Сахалине. В числе беспокойных обитателей его ферм много белых норок. Уже 6 лет работают в совхозе две подруги. Валентина Хлопова и Надежда Желткова. За последний год они вырастили более 1000 ценных зверьков. Число питомцев все увеличивается. Вот и недавно появилось новое семейство. Шум кинокамеры, видно, встревожил заботливую мать. Как бы чего ни вышло. В нашей стране, только на территории Российской Федерации, 100 зверосовхозов специализируются на разведении норок.